Тверь украсят к Новому году. До 20 декабря соответствующее постановление подписал глава города Алексей Огоньков. В соответствии с документом, до 10 декабря в городе должно быть завершено оформление витрин, фасадов зданий организации искусственных новогодних елей. До 20 декабря полностью будут оформлены остальные элементы, в частности, светодиодные конструкции и гирлянды. Ну а снимут украшения до конца января 2020 года.